Sears, американская компания, управляющая несколькими международными сетями розничной торговли, основана Ричардом Сирсом и Алвой Рубаком в конце 19 века. Новацией компании было то, что она поставляла товары по почте. Начав с этой деятельности, к середине 20 века компания стала крупнейшим розничным торговцем США, а ее каталоги получили всемирную известность. Компания упоминается во многих известных литературных произведениях. Тем не менее, после Второй мировой войны клиентура компании значительно сузилась в результате конкуренции, а также изменений в демографии. Ее крупные магазины были расположены в сельской местности и в центральной части городов, тогда как население в основном перемещалось в пригороды. Со временем их каталоги были сильно сокращены. В начале 2005 года в результате слияния с торговой сетью Hmart образована холдинговая компания с сохранением торговых сетей Sears и Hmart под прежними наименованиями. Интересные факты. В 1955 году отдел компании по социальному взаимодействию разместил объявление в газете, предлагающее детям позвонить Санта-Клаусу. В номере телефона, оставленном в объявлении, содержалась ошибка, и дети, звоня Санта-Клаусу, попадали в Центр воздушно-космической обороны США. Чтобы не расстраивать детей, военные сообщали вымышленные координаты местоположения Санта-Клауса. Так зародилась рождественская программа NRAD Трек из Санта.